приезду Андрея Шишацкого в Харцизском центре социально-психологической реабилитации подготовили целую программу выступлений. Дети показали сказку «Дюймовочка», исполнили восточные танцы и пообщались с губернатором. Что нужно в себе развивать с детства, чтобы быть руководителем? Тебе на данном этапе нужно больше заниматься спортом и учиться. Анна в детском доме с января. Она самая талантливая, говорят воспитатели. Сегодня девочка поучаствовала в спектакле, показала фокусы с мыльными пузырями и прочла стихи, которые написала сама. Я сижу на диване, пишу про себя. О чем же я думаю? Что знаю я? Думаю я о доме родном и всех, кто сейчас находится в нем. Было весело, особенно когда участвовали в сказке. Все смеялись. Я пишу стихи, когда мне плохо. Как бы больно на душе становится. В центре социально-психологической реабилитации живут 35 детей. Как правило, родители отдают их сюда временно из-за семейных проблем, говорят в администрации. Сегодня у всех ребят была возможность забыть о сложностях. Очень хорошее впечатление. Мне очень понравилось. Сегодня тоже сказка. Посещение детского дома в Харциске стало для губернатора традицией. Он подарил детям мягкие игрушки и новый котел для обогрева здания. То тепло, которое отдаем мы взрослые, оно к нам вернется теплом в душах наших детей, детей всей нашей страны, а мы обязаны думать об их будущем, и мы будем для этого работать. Из Харциска губернатор отправился в Макеевку. Здесь он посетил областной специализированный дом для ВИЧ-инфицированных детей. В прошлом году Андрей Шишацкий открывал здесь игровую площадку. На этот раз подарил малышам сладости и игрушки. Сергей Оганесян, Руслан Новиков, «Панорама».